Петропавловске состоялся финал клуба веселых и находчивых открытой лиги «Кызылжар». За звание самой смешной команды боролись 5 коллективов. Шутили, как всегда, о студенческой жизни, политике и о любви. Кто завоевал кубок, расскажет Арман Баенде. Команда «ПСЭК» – новичок в открытой кызылжарской лиге. Образовалась относительно недавно, но уже успела покорить своими шутками североказахстанскую публику. К финальной игре ребята подготовились основательно, пополнили свой юмористический арсенал новыми фишками. К этой игре мы готовились около 2 недели. Вот. И думаем, как бы угодим своим юмором жюри и публику в ОКЦ. Наш юмор, он акцентрирован на актерской игре, на подаче. Больше движений вот таких вот. С первых минут ребята зажгли зал своим ярким выступлением. Комичные ситуации, взятые за основу из повседневной жизни казахстанцев. Нестандартный подход к шуткам, танцы и песни. Все это заставило зрителей смеяться. Сегодня я пришла болеть за команду ПСЭКа. И потому что люблю их смотреть. И болею за них. Я сегодня пришел болеть за команду Барки. Не знаю, там у меня лучший друг играет. Бекет Кудайбергенов. Но я сам учусь в ПСЭКе, но пришел болеть за Барки. Я болею за команду Елорда. Они отличаются своим внешним видом и юмором от всех коллективов. Думаю, что они войдут в тройку победителей. Сегодня в открытой лиге КВН «Кызылжар» играют 5 команд. Двое из них гости из Астаны и города Рудный Костанайской области. В целом команды подготовились хорошо. Одинаково сильные и очень смешные, говорят организаторы. В этот финал по сравнению с прошлогодним, я бы сказал, на порядок выше. То есть и качество шуток, и сами команды повзрослели. Надеемся, что сегодняшняя игра порадует наших зрителей. Наша лига имеет статус открытой областной лиги. То есть команды, которые участвуют в нашей лиге, они имеют право в следующем году участвовать в республиканском фестивале «Мосмашар» 2015 в Астане. По итогам финальной игры кубок завоевала команда Петропавловского строительно-экономического колледжа. Вторыми стали юмористы из города Рудный Костанайской области. Тройку призеров замкнули гости из столицы. Арман Баенде, Роман Куценко, новости МТРК.